like a trip down memory lane. I feel no pain next to you. Sweet words that I'm... Приветствую всех любителей крутить чеки. Итак, сегодня у нас видеоурок по горизонтальным перехватам с вертушками. Сами по себе эти перехватики выглядят вот таким вот образом. То есть один из них над головой, а второй из них за спиной. И в основе и первый, и второй перехват вертухой лежит тот самый, да, перехват с вертушки, да, перекруточек с вертушки, по которому есть отдельный видеоурок. Так вот, суть, нам просто тупо вот эту вертуху нужно перевести, да, вот этот перехватик нужно перевести в горизонтальную плоскость. То есть, ну, естественно, мы должны уметь базово делать горизонтальные вертухи и прямую, и обратную. Желательно уметь циклить их, да, то есть подряд так вот делать, вверх-вниз и левой, правой рукой, чтобы было вам удобнее осваивать, да, этот перекрут. То есть суть верхнего такова. То есть мы забрасываем над собой рукоятку свободную и проворачиваем в обратный хват. Далее, после того, как мы провернули в обратный хват вертушку над собой, мы просто тупо берем и подставляем фронтальной стороной ладони под свободную рукоятку. То есть мы прокрутили фронтальной стороной ладони, подставились под свободную рукоятку, перехватили. После чего мы просто отпускаем рукоятку, которую изначально задавали вращение, и она у нас восьмеркой выходит в мертвую точку. То есть прокрутили, перехватили, мертвая точка. Прокрутили, перехватили, мертвая точка. Нижняя вертуха, нижний перехват. Все еще более просто. То есть точно так же мы с обратным охватом задаем вращение тыльной стороной ладони, фронтальной стороной ладони, подставляемся под свободную рукоять, перехватываем и заводим нужные рычаги перед собой. То есть мы и сверху перехватываем фронтальной стороной ладони, а вот с обратного охвата, да? И снизу перехватываем с обратного хвата. Все, поехали. Немного изменим плоскость, да, чтобы вам было лучше видно. Итак, все то же самое. Да? То есть мы забрасываем над собой нунчаки, проворачиваем обратным хватом, подставляем руку фронтальной стороной ладони под свободную рукоять, выполняем перехват и выходим в мертвую точку. Перехват, 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 точка. Перехват, точка. Перехват, точка. Перехват, точка. Обратно. В принципе, по сути, то же самое, все. Перехват, тыльной стороной ладони, перехватили, забросили перед собой. Перехватили. For you is outrageous. Like a trip down memory lane, I feel no pain.